Всем привет! Сегодня у нас будет необычный челлендж, а точнее 24 часа в красном круге! Тут должны быть, наверное, какие-то взрывы, ну, потому что звучит эпично. Но желаю каждому приятного просмотра, приятного аппетита. Кто там кушает или хрумкает, еще раз приятного аппетита. Ну, а мы начинаем наш супер-видос, на который нужно поставить лайкос и написать комментос. А кто не напишет, тот... я не придумал рифму, но лучше поставить лайк и подписаться. Чё-то ты какой-то подозрительный. И чё, это вот прям вот всё по-настоящему сейчас будет, да, или чё? А? Ну да, я ради этого ролика всё поле арендовал. И то есть ты хочешь сказать, то что если я проведу 24 часа в этом адском красном круге, то ты мне дашь 100 тысяч баксов, что ли, или чё, а? Да-да-да, так вот они лежат, посмотри, 100 тысяч долларов, целая куча! Ага. Опять это муляж, да? Они не настоящие, нет, как в прошлом ролике, да? Обмануть меня решил. Да ты посмотри, я же чемоданы специально открыл, чтобы ты проверил, настоящие, не фальшивые. Я это вообще их в кредит взял так-то, вот так. Кредит? Ага. Ну ладно, верю. 24 часа, это довольно-таки легко. Ну, ладно, я согласен, я тебе сделаю. Готов деньги уже. Конечно, конечно. В этот раз все будет труднее и сложнее. Ты просто не победишь. Да, не победю, конечно. Давай. Я время засекаю, так что давай, удачи. Давай, Багедова, попрощайся со 100 тысяч долларами. Погоди. Ага, хотел провести меня. Телефончик-то сюда давай. Без телефона ты 24 часа не протянешь стопудово. Точно, телефон, как же жалко. Давай. Ладно, отдаю свой телефон, единственный зеленый, на, вот, забирай. Давай, беру. Бедный, все, ладно, иди тогда, все, я без телефона. Ну все, твою слабость я знаю, без телефона ты не протянешь сутки. Да, пока. Ему не победить. Что это было? Ладно, не суть. Все, наконец-таки я могу провести 24 часа один. И у меня как раз есть для этого мой телефон. Основной. А не то, что этот зеленый, блин. Все, сейчас я зайду в ТикТок, и 24 часа пройдут как по... Что? Что это? Почему все... Что пишет? Нарушитель найден! Нарушитель! Какой нарушитель? Что я ничего не делал? Вы что? Думал, я ничего не замечу? У меня по кругу глаза! Я за тобой слежу, а ты об этом даже и не знаешь! Я знаю, что у тебя есть телефон. Ладно, хорошо, не получилось мне тебя провести, на! Давай! Нарушение! Вам выписывается нарушение, а за это вы получаете... наказание! Первое наказание! Будешь нарушать дальше, будут наказания жестче, ты понял меня? Что? Вот так. Какие наказания? Мы не договаривались на это, ты чё? Про нарушение правил тоже мы не договаривались, так что наказание будешь получать за каждое нарушение, вот так. Ой, ну и ладно, и без телефона я обойдусь. Тебе не продержаться! Блин, с ним реально что-то не то. Мужик, давай вставай. Просыпайся, солнышко. Свалил и на пришеленец. У меня вообще-то есть покемон. Чё? Пьяный, что ли? Что? Ты чё тут валяешься? Да ты отстань! Человек! О, боже! Хотя, погоди! Человек! Ты ёшкин матрёшкин! Человек! Ты тут мне в гольф мешаешь играть. Разлегся тут. Ты пьяный, что ли? Или бомж? Уходи, это моя площадка. Я буду тут в гольф играть. Да вы не понимаете, это арендованное, ну, место. И видите, круг большой. Я тут выживаю 24 часа. Челлендж у меня, короче, такой. Какой челлендж? Ты сумасшедший, что ли? Тут на этом поле-то и суток сложно просидеть, а ты тут спишь. Ну да, понятно. Слушайте, а вы тут это... в гольф же играете, да? А можете дать клюшку одну, пожалуйста? Я вот тоже поиграю, то мне скучно. Ну вот. Ладно, хорошо. У меня как раз есть, которая вот со дня на день сейчас сломается. Я себе уже новую заказал. Вот, и вот это вот можешь забрать. На. О, спасибо, давайте ее. Опа!
блин, вот это прикол! Буду играться! Ах! Ай! Ой, простите меня, пожалуйста. Больно же! Ты что делаешь? Ну тебя нафиг, поеду-ка я от тебя подальше. Шарик себе забирай. О, подождите, сэр, стойте! Подождите, можете назад? Я не могу переступить за линию. Можете выполнить мою маленькую просьбу? Давайте я вам дам номер девушки одной. Вы ей позвоните и скажете, чтобы она сюда приезжала. Ну, скажете то, что Паша тут в беде. Ладно, хорошо. Какой номер там? Ну там запишите +1 45 97 032. Ну, вот, передайте, пожалуйста, то, что от Паши, хорошо? Да, хорошо. Ладно, все, я поехал. Да, давайте, до свидания. А он точно туда поехал? Что, сирена-то? Да трындец, опять он. Что тебе надо? Я же ничего не нарушаю. Нарушение! Я видел, тебе передали оружие. Ну, это обычная гольф-клюшка. Я играть хочу в гольф. У меня вот, видишь, лунка даже для этого есть. Я могу поиграть. Неправильно, нельзя. Ты должен быть без всякого этого гольф-клюшечного обмундирования. Понял? Также это нарушение. Тебе будет наказание сейчас приписано. Понял меня? Какое нарушение? Слышь, это тебе сейчас нарушение будет за придумывание нарушений. Уйди лучше. Ладно, это не нарушение. Это все равно незаконно. Тебе передали клюшку. Понял меня? Это был незнакомец, так что... Мне все равно, иди отсюда, давай, все, вали, нафиг. Буду играть в гольф. Знай, я наблюдаю за тобой четырьмя глазами. У тебя их два, а камеры это четыре, не считается. Все, вали отсюда. Ай, капец, как скучно в этом круге. Еще, блин, скучнее, чем в предыдущий раз. Там хотя бы хоть что-то было. Деревья там, не знаю, вода. А тут, блин, просто поле. Даже ни жука, ни паука, никого нет. Как же скучно. Паша. Что? Кто это сказал? Кто меня позвал? Это ты? Леха, если это ты, знай, у меня клюшка есть, я тебя ударю. Не надо меня бить, пожалуйста. Юля, это ты? Ты получила мое письмо? Иди сюда быстрее. Очуметь, как я тебя рад видеть. Блин, Паша, что у тебя происходит? Мне сейчас какой-то мужик позвонил и сказал, что ты в беде, в кругу каком-то застрял на целые сутки. Ну да, это у нас такой челлендж. Короче, это чтоб ты понимала, меня Леха, ну тут вообще терроризирует как может. Не дает мне ничего делать, телефон играть, и вообще пипец. Именно поэтому я здесь, пришла к тебе на помощь. У меня есть для тебя все самое необходимое. Да ладно, блин, о, коробка! Уже не скучно, честно говоря, а еще что-то есть? О, удочка! Ну я же знаю, что ты любишь рыбачить, вот и принесла удочку, тут еще ноутбук есть. Ноутбук? Капец он карликовый! Ну ладно, спасибо, и еда, я вообще ничего не ел, и мяч, блин, спасибо тебе огромное! Блин, ты у меня самая лучшая! Очуметь, я тут не помру со скуки хотя бы! А ты останешься, а? Конечно же останусь, ни одного же тебя здесь бросать. Время вместе проведем, фильм можно посмотреть. Блин, он едет! Юля, беги отсюда, беги! Паша, удачи тебе, победи в этом челлендже! Да, давай, пока, Юля! Блин, офигеть, она у меня классная! Блин, надо быстрее все съесть, так, ну-ка, бургер! Какой вкусный! Нарушитель 3000! Опа! Какой я нафиг нарушитель? Вы обнаружены! Откуда там вещи появились тут? Бог дал! Чего? Ты опять нарушаешь правила! Ты в кругу, значит, был не один, я так понимаю! Ой, придется это конфисковать! Подожди, дай хотя бы воду, я попью! Конфискую! Удочку хотя бы отдай! Ты чё, блин? Ладно, удочка это, в принципе, не так уж и запрещен предмет. Ну и забирай ее. Спасибо, блин, какахинс какой. Ну все, давай, удачи тебе, пожить тут, а я поехал. И скоро выезжаем и останавливаемся. Погоди, я тут забыл кое-что. Это, ты тут правила нарушаешь, да, оказывается? Какие правила? Поэтому тебе наказание. Вот такое. Гори, я стал попасть в погасло. Ну и пусть погаснет. Ёлки-палки. Ой, Паша, чувствую, тебе не сладко будет с такими наказаниями.
нет, так главное, главное не касаться линии. Нет, я не выйду, так, ребята, надо искать части, где не горит ничего. Мой мяч! Господи, так, давай, потушить. Так, мячик давай, опа. Трындец, вот, блин, ну шлепок какой. Так, ладно, я не вышел из круга, это уже замечательно. Так, удочка у меня осталась, можно, в принципе, порыбачить. Я надеюсь, тут рыба хотя бы водится или как. Эх, ладно, ну, что, буду страдать фигнёй, значит. Холодно, после дождя я весь промок. У меня даже дерева нет, под которым встать-то можно. Так, ладно, осталось, я думаю, еще часиков 12 или 10. И челлендж я выполню и заработаю эти деньги. Фух, это... Чуть за звук? Ладно, мне может показалось. Так, ладно, уже, наверное, мерещатся звуки. Все, трындец какой-то. Так, главное сейчас просто согреться. Надо вот двигаться, и тогда я согреюсь. Что это такое? Это моя машина. Это моя машина! Лёха! Стоп, это не Лёха. Ай! Это трындец! Юля, зачем? Так, стоп, а зачем? Это реально моя машина? Ёшкин матрёшкин. Это трындец. Женщина, ты что делаешь-то? Не разбейся! Ну, ты супермен, конечно. Паша, ну как ты тут? Все хорошо? Это нормально. В общем, как ты? Со скуки тут еще не помер? Все хорошо? Да слушай, нет, с таким-то... С такой-то девушкой фиг заскучаешь. Честно говоря, это трындец. Зачем мне машина в круге? Ну, я не знаю. Может, ты замерз, хочешь погреться. А там тепло, уютно. Кстати, хочешь, можешь прокатиться. Ну да, покатайся туда, в этом круге-то. Ну, все равно спасибо. Но только ты не понимаешь, мне вот за твои подарочки Леха дает трындюлей. А точнее, наказание. Он меня чуть не жег в прошлый раз. Да все в порядке, я уже все проверила. Леша сейчас спит. А когда он проснется, я машину уберу. А, ну... Ладно, спасибо тогда. О, блин, хотя бы погреюсь. Ох, хорошо, а то ты не представляешь, это трындец, как тяжело, блин. Фух, хорошо, спасибо, Юля. Да не за что, ты обязательно выиграешь. Ладно, пока. Ага. Ой, моя машина. У-ху! Блин, как же классно, все-таки она дрифтит. Еее. Стой! Нет! Стой! Остановись! Не надо! Не надо! Нарушитель! Нарушитель! Опа! Нарушаем! Нарушаем! Да хватит! Ты зачем? Пипец! Ты что сделал? Ты что сделал? Нарушитель нарушил правила, а это значит, он получает 2 целых наказания. Чего? Вот так вот. Каких 2 наказания? Одно? Ты перепутал. Нет, что-то. Ты получаешь 2 наказания, потому что ты очень сильно нарушил, и тебя грозит такое наказание, которое называется рандомный уменьшенный круг. Вот так. В смысле? Как? Какой? А это значит, что в течение 5 секунд, когда я начну отсчет, появится в этой зоне маленький кружочек, в котором ты должен будешь находиться оставшееся время. Если ты его не запрыгнешь в него, тогда ты проиграешь. Подожди, так подсказку дай хотя бы, в какой он части там. А я вот не знаю, надо самому определить тебя. Раз, два, подумай. 3. Может сюда? 4. Нет, не то. Может ты... Вот сюда! Я попал! Ну ладно, ладно, тебе повезло, теперь ты будешь только тут находиться. Капец, так он меньше, чем этот, в раз 10, мне кажется, это же этот трындец какой-то. Да. Ну. Все, если выйдешь на его зону, ты проиграешь. Ну ладно, хорошо тогда, пока буду тут выживать, да, скучать. Да, давай, пока. Да. Чего? Хоть мне пудрить мозги! Какое пока? Еще 2-е наказание у тебя есть! Я думаю, забуду, да? Ну а что за наказание? А 2-е наказание! Ты должен будешь оставшееся время провести со связанными руками! Понял меня? Может, не надо? Ну все! Теперь-то ты точно не сможешь мухлевать и жульничать! Все, давай, удачного челленджа! Да, пока! Надеюсь, на тебя упадет молоковоз! Капец.
Блин, за что мне так? Я ж ничего такого не сделал-то. Ну, всего лишь покатался в красном круге. Ну, подумаешь. Эх, теперь я даже двигаться-то нормально не могу. И взять в руки тоже особо ничего не могу. Эх, есть, конечно, рыба. Но можно попытаться. Давай, возьмись в руки. Пожалуйста. Пипец. О, привет, ребят! Мне, честно говоря, уже очень плохо. Я ничего не ел, не пил за день. Вот. Мне пока что помогает только этот дождь. Но, честно говоря, мне уже так плохо. Я весь мокрый, мне холодно. На улице где-то, не знаю, может, градусов 6, 5, где-то так. Но капец, как холодно в этой обычной футболке. Но я еще как-то держусь. Ох, блин, это трындец, конечно. Блин, дождь, прекратись! Блин, ну, мне кажется, лучше бы вместо этого дождя бы снег выпал. Вы что, прикалываетесь? Нет, только не снег! Да вы, успокойтесь, нет! Лучше дождь, лучше, да, вот дождь, вот так вот. Нет, никакой не снег. Трындец, блин. Еще скажите, то, что сейчас сугробы у меня появятся-то. Чё? Пипец! Так, ладно, что мы имеем? Мы имеем то, что я промок, у нас появился снег, вот прям в эту же секунду он и выпал. Вот прям замечательно, ребята, обожаю GTA! Холодно, честно говоря, уже. Блин, может прекратить этот челлендж? Просто зайти за эту линию, с меня наручники снимут, и все будет хорошо. Хотя там 100 тысяч долларов. Так, ладно, попробую еще где-то 2 часика, может, протянуть. Леша, ты вообще в своем уме? Ты прогноз погоды смотрел, когда собирался записывать ролик? Да ладно, нормально! Он стойкий волк, он выдержит любую зиму. Вообще-то, этот стойкий волк может заболеть. И если это случится по твоей вине, тебе хана. Да нет, они приспособлены к холодам. Он где-то тут должен быть, кажется. Да? Ну и где он? Паша! Паш! О боже, кажется, он стал снеговиком. Чего? Ну вот, это все ты виноват, все из-за тебя, он сейчас заболеет. Ой, да ладно, ой, он здоровый как бык, в принципе, я не знаю, может быть его растопить получится еще как-нибудь. Или, что, или, какой или растопить, боже мой, Паша, сейчас я тебе помогу, ты там держись. Капец, пожалуйста. Он в кругу остался, получается 100 тысяч долларов сработает. Паша, вылази давай оттуда. Не хотел бы я ему 100 тысяч долларов отдавать-то. Что? Что делать-то? Где он? Паша! Паша, чего? Где он? Леша, где Паша? Что? Что это за звук? Откуда? Паша! Паша, это вот ты, он! Леша, помогай скорее! Давай, тащи его за ноги! Помогай! Да, давай! Ты за левую, а я за правую! Вытягиваем! Ну вы, конечно, даете устроить челлендж, когда начинается снег. Мне холодно, капец. Да ладно, Паша, ладно. Тебе к врачу надо срочно проверить тебя, вдруг ты заболел. Это может быть ангина, простуда, что угодно. Да, нормально, пока что. Я всю ночь хотел укутаться снегом, вот, сделал снеговика заодно. Нормально. Паша, ты бы вообще в ударе, молодцом, держался крепко, все отлично, чики-пуки, ты молодец. Спасибо, спасибо, а ты куда идешь? Я, да, никуда, я этот, давай, молодец, ты был в ударе, красавчик, так держать, Паша, удачи. Куда, сто тысяч отдай, я тому, я, стоять, куда?